здоровье. Здоровье. Яичко. Вот так, ребята, мы и учим русский язык. Вы все время, кстати, спрашиваете, как ребенок изучает русский язык. Во-первых, мы говорим в семье по-русски и садимся вот за такие книжки читать. Нравится? Why? Why you not save me? This no passport. Я дергана. Короче, ребята отдали байк, и она еще запросила с нас еще 40 бат за бензин. Но она бы об этом ничего не сказала, поэтому вообще какая-то дерганая. Она при аренде это тоже как-то дергалась, да? По этой ситуации, ребята, хотелось бы прокомментировать. Дело даже не в 40 этих батах, которые она запросила за бензин, а из-за того, что она изначально себя начала вести как-то агрессивно. Когда мы начали у нее арендовать байк, она начала как-то проявлять именно агрессию по отношению к нам. И чувствуется, что кроме денег мы ее больше ничем не интересуем, как бы. Да, мы, кстати, когда пришли его арендовать, она даже не поворачивалась. Я так долго ждала, когда она повернется поговорить. Она видит, что я стою, но продолжает как бы своим делом заниматься. Короче, я это сразу же почувствовал, я это дело все не снимал. А потом, когда мы пришли отдавать байк, и она прям вот, паспорт у нее, она манипулирует нами ко-всячески. Она просто села, посчитала там километраж и сказала, что 5 бат за километр, что ли. В общем, 40 бат вышло по бензину. И говорит, если вы, говорит, не отдадите 40 бат, то, говорит, я, говорит, вам паспорт не отдам. И ходит на нервах, уходит, начинает какие-то свои дела делать. Перед тем, как брать байк, она нам об этом не сообщила, что бензин платный. Мы должны оплачивать. Всегда мы брали байк и отдавали, и за бензин даже никто ничего не спрашивал. В общем, неприятная женщина, поэтому уточняйте этот момент. В договоре, главное, дело, ничего не сказано про бензин. Ребят, короче, мы решили, будем каждый день снимать. Каждый день. Если вам понравится, ставьте лайки. Будем все снимать. Ты такой смешной после каски. Сейчас, в общем, сняли байк. У меня такой новенький. Я его вам показывал раньше уже. Могу завзорить его, показать вам. У меня же там слюнька потекла. И возле нашего кондоминиума находится вот такая вот тележечка. Здесь продаются коктейли, чаи. Катя, что заказала? Чай со льдом. Так пахнет мне так приятненько. Она так сидит аккуратненько. У нее там все там... Все под рукой прям, вот все, она прям вот так раз, там схватила, там протерла. Все вот как-то так. Чухом поливает. Видео. Видишь у меня там? Смешно. Ну, я так понимаю, здесь у нее можно еще поесть. Во, вот эти, кстати, пивные снеки, клево. Я, прикинь, про них забыл совсем. Это, конечно, капец как вредно. Это сало. Это шкварки. Сало. Начинается. How much? 10 бат будешь? Буду. Бери. One. Лапшу можно взять, запарить. Обзор, в общем, тележки. Здесь у нее вода под рукой. Здесь мусор, наверное. Нет, здесь не мусор, здесь вода. Здесь зажигалки. Вот она так в среде сидит, удобненько. А, ребят, за все отдали 50 бат. Шкварки тоже она посчитала. Так. Шкварки 10 бат. А, шкварки 10. Прям салом пахнет. Вкус молочного чая, как ты любишь, такой крепкий-крепкий. О, как солома пожевал. Молочные, холодные, сладкие. Я буду к ней захаживать. Прикольно. Вкусно. Вкусно. Что такое? Волосатая жопа. Так, не будешь есть? Волосатую не буду. Побрить не могла, что ли? Задницу к свиньи. Давай. Ну, шкварки бесподобно. Это накрасилось опять. Кармен, ты куда собралась-то? Никуда. Опять накрасилась, оделась. На, попробуй. Вкусно. Вкусно? О, ребенку понравилось. Это чай, представляешь, такой оранжевый. Вкусно? Девчонки забрали наш снэк, мало. Нам придется еще покупать. Как тебе? Как это называется? Как это называется? Шкварки. Вау! Откуда знаешь? Это еда моего детства, представляешь? В общем, ребят, оставляем мы нашего папу в одиночестве. Пусть монтирует, пока мы пошли в бассейн. Пойдем заобзорим наш бассейн.
при свете солнышка не так все грустно выглядит. И водичка вполне так себе нормальная оказывается. Так что я думаю, мы сейчас поплаваем. Можно давай. Ластами? Можно. Одевай ласты и ныряй. Ну давай. Коля, вот те два бортика, они прям на высоте. Ребят, смотрите, тут очень небезопасно. То есть вот на этот бортик вообще вставать нельзя. Тут второй этаж, и можно запросто ухнуться со второго этажа. Давай, Вероника, ныряй. Я боюсь. Чего ты боишься? Правда, очень глубоко. Ну да, бассейн глубокий. В рот воду не набирайте, не помните об этом. Эй, Вероника! Ника, ты для чего макияж-то делала? Чтобы в бассейне купаться? Нет. Я думала, мы куда-то поедем. Ты освежиться не хочешь? Как там бассейн? Кайфушки. Мне нужен монтаж видео. Окей. Я откажусь. Мы пойдем еще. Папа не сдержался. Я тоже хочу освежиться. Ребята, обещаю, сейчас быстренько искупаюсь и опять за монтаж видео. Давно уже видео не выходило. На втором этаже находится бассейн. Мы его пытались снять ночью. Нифига не видать. Вон там, смотрите, какая водичка прям прозрачненькая. А здесь даже фильтр не работает. Здесь, слушай, нормально была вода, когда мы пришли? Мы вот так вот добираемся. А сейчас? Сбаламутили, видать. Молодец, умница. А что, Поля плавать давай, научился? Давай, ты сможешь. Давай, моя киска. Молодец, умница. О, плавать научилась. Молодец. Она тоже умеет, смотри. А, ну с ластами. Ах ты, читер. Вон, до лягушечки плыви. Вообще такой у нас бассейн. Пойду и я занырну. Все, я пошел монтировать. Ну как? Ну не то, что прям круто, но ребята, освежает. Смотри, я плаваю. Прохладненько, слушайте, водичка. Смотри. Еда пришла домой, ура. Столько шашлыков. О, чай оранжевый. Столько шашлыков. Им понравилось. Это вы где набрали столько еды? На улице, конечно. Прямо возле дома. Вот на этих мотоциклах маленьких, да? Да. Это у нас обед. Я уже смонтировал это видео, оно уже рендерится. Хочу кусок. Нравится вам такая, да? Папа, давай скорее кушай. Давай. Мне, кстати, нравится здесь, в Таиланде, вот эти шпажки с печеночкой. Обожаю. Свинину взяли. Куриные крылышки, куриную печень. Салат из папайи, вот он добавил туда капустку, вот эти конвертики. С рисом. Дети взяли. Они в каких-то банановых листиках. Ой, это не рыба. Рис. Это что такое? Ну-ка, дай понюхай. Покажи. Пахнет лемонграссом. Ну-ка, покажи. Точно, рыба пахнет лемонграссом. Ты выбирала? Я не знала, что там. Ты даже не пробовала еще. Ну-ка, это, кстати, остро. Мне единственное не нравится то, что косточки попадаются. То есть, допустим, вот если мы кильку кушаем, да, там можно с костями есть, да? Они прям... Ну да, они разваливаются. Они такие какие-то мягкие, да, а здесь прям это, косточки прям попадаются. Сколько цена примерно обошла здесь? 250 за еду и 40 за коктейли, за чай. Но в Пхукете 3 основных или 4 основных таких торговых центра крупных, да? Это получается Макро, Биг Си, Теска Лотус, ну Теска или Лотус. И как-то. Это как там фестивал, да? Да, и Гранд Фестивал. Гранд Фестивал. Так, мы сейчас куда поехали? Шопиться? Да, поедем что-нибудь покупать. Да, время как-то быстро пролетело, полдня просидел, промонтировал. Приходили ремонтники, ремонтировали душевую, там у нас плитка сломана была. Сказали, душем нельзя пользоваться до завтрашнего утра. Но я думаю, что там все это дело еще не высохнет, еще до самого завтрашнего вечера. А я себе взял в аренду байк, посмотрите, какой новый. Они были приятно удивлены, говорят, что правда, это папин. Я говорю, ну да, да. Ну да, он так крутенько выглядит, прям матовые такие вот эти вставочки пластиковые. На спидометре 1200. Приехали в центр фестиваль. И здесь такая парковка, здесь очень сильно, посмотрите, много байков.
поставить некуда. Там есть парковщики, вон они ходят, парковщики, они помогают, переставляют, передвигают байк, если что, если кто-то кого-то поджал. Вот, все степени защиты мы одели. Здесь заблокировал руль. Каски, кстати, оставляют на мотоциклах практически все. Никто каски здесь не крадет. Вот. Все, идем в магазин. В этом торговом центре мы первые, ребята. Зашли в отдел электроники. Mavic Pro стоит 34 190, GoPro 6 14 500. Катя на меня навешала вот такие браслеты. Катя говорит, прикольно смотрится. Как вам? Мне кажется, вот эти прикольно смотрятся. Какие-то фенечки. Фенечки. Растаманские. Ай, я расстаюсь со своими волосами. Катя, попроси тебя деньги. Деньги попроси деньги? Сколько можно? Нет. Вместо вот этих. Нет. Слишком дорого тут. Мама, куда ходим в нормальный магазин? Какой магазин нормальный? Что в твоем понимании нормальный магазин? Ну, где продукты покупают, ну, где игрушки покупают. Такое пирожное кушали уже на собрании как-то? Да, были, были у Поли на собрании в школе, и нам выдавали. Такое же, только большое. Там, скорее всего, апельсинчик внутри спрятан. Наверное. Ну и как она, халчуха? Халчуха. Что такое халчуха, скажи ребятам? Вкусно. По-китайски. Халчуха, это значит вкусно. Девочки, ужинать. Мы один стол только снимаем, у нас обед был. Потом ничего не происходило. Ну, действительно, у нас ничего не происходило. Сейчас съездили в магазин, прикупили продуктов. Очень много. Магазин Макро называется. Клево, нам очень нравится он. Да. Купили всякой вкуснятины, которые, по которой соскучились. Багет не сладкий. Понюхай. Сыр взяли. С ним тоже в Китае дефицит. Но мы покупаем в метро, поэтому... Да, пробуем. Давай я пополам тебе сделаю. Поэтому... По сыру особо не скучаем. Ну вот это хороший. По колбасной продукции скучаем. Купили вот сосиски в Макро. Достаточно большая упаковка. И по вкусу очень похоже на наши российские. Ну все, приятного аппетита. Спасибо. Ой, какой бутерброд смачный у Веронички. Мне надо пополам с Полей. Бутерброд помазала сметаной сверху. Мы еще, ребята, сметану взяли. Вот мы еще почему соскучились. В России есть, в Китае нету, в Таиланде есть. Мне, кстати, вот такой стол напоминает подростковое время. Подростковое? Да. Мы с мамой в магазин съездим, наберем всякую вкуснятину. Ну, продукты основные купим, да, и какую-нибудь вкуснотища. Естественно, садимся и открываем, ну, накрываем какую-то, только самое вкусное такое, знаешь. Открываем. Ну да, такое прям самое вкусное. И сидим мы так, смакуем, кушаем. Мама, привет тебе. Спасибо за хорошие воспоминания.